У школу па правілах. Сёння па ўсёй краіне прайшла прафілактычная акцыя ў рамках спецыяльнага комплекснага мерапрыемства «Увага, дзеці». У школьнікаў першы паўнацэнны навучальны дзень. Вучні спяшаюцца на ўрокі, а разам з імі бацькі, якія падвозяць іх да школы. У Вольгі Канавальчук дзве дачкі – 9 і 7 гадоў. Жанчына кажа, што дзяцей трэба вучыць правілам дарожнага руху з ранняга дзяцінства. Правила дорожного движения я обучаю на личном примере, показывая, как нужно переходить, да, смотреть, а примером быть для своих детей. Потому что если просто рассказать или просто показать, не всегда усваивается информация. Каля школы супрацоўнікі ДАІ спыняли автомобили с детьми. Инспекторы звертали увагу на уключенное близкое светло, фар и перевозку неполнолетних с выкарыстанием креслов и бустеров. Тих, кто выконывал все правила, чакали приемные подарунки. Подарок на самом деле очень нужно. Это и расписание занятий, и пазлы по правилам дорожного движения, а также разукрашка по правилам дорожного движения и, конечно же, карандаши, чтобы это все дело делать. За рулем важно быть уважливым и осторожным. За тыдень у Гомельской области отбылося 5 ДТЗ с уделом детей, один из яких загинул. А до администрационной отказности с початку специального комплексного мероприемства «Увага, дети» притягнуто больше за 1000 водителей. Памятайте, что першочарговый приоритет – это безпека. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.